Покачевцы продолжают пользоваться правом оформить в собственность незарегистрированный гараж. Такую возможность предоставляет гаражная амнистия. Ранее владельцам при отсутствии разрешительных документов приходилось обращаться в суд, чтобы доказать свое право собственности. По упрощенной схеме можно легализовать и землю под строением. Однако для участия в программе нужно соблюсти ряд требований. Гараж должен быть капитальным. То есть он должен иметь прочную связь с землей. Второе. Гараж должен быть построен до введения градостроительного кодекса Российской Федерации, то есть до 29 декабря 2004 года. Третье. Гараж не должен быть признан самовольной постройкой по решению суда, либо по решению органа местного самоуправления. Чтобы вступить в законные права, владельцу нужно обратиться сначала в многофункциональный центр, а затем в Комитет по управлению имуществом городской администрации. Если человек данный гараж ранее не ставил на кадастровый учет, не межевал его, ему нужно обратиться в администрацию через ФАЦ за согласованием схемы размещения земельного участка. После того, как администрация даст положительный ответ, ему необходимо обратиться к кадастровому инженеру для того, чтобы он провел межевание данного земельного участка и подготовил технический план на гараж. За весь период действия программы с 2021 года в Покачах оформлены в собственность 210 земельных участков и 196 гаражей.